воскресенье в Самарской области сохранится пасмурная погода. Будет идти небольшой, но продолжительный дождь. Днем 4-8 градусов тепла, ночью 0 плюс 1. Ветер усилится. Западный, юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, в течение дня будет идти дождь, днем плюс 5, ночью 0 градусов, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, температура воздуха днем плюс 4 градуса, ночью 1 с плюсом, ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой, но продолжительный дождь, днем плюс 5 градусов, ночью нулевая температура, юго-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.